Глава республики предупредил своих подчиненных о пожароопасном сезоне, который наступил, как всегда, неожиданно. Первым серьезным инцидентом стал пожар в зимней гостинице на Валааме в аккуратно светлое Христово воскресенье. По словам Александра Худилайнина, возгорание удалось вовремя локализовать и ликвидировать. Однако вопросы остались. Почему с момента возникновения задымления до момента начала тушения прошло 59 минут? Николай Николаевич, поручаю вам с этим разобраться. Почему же 59 минут мы не приступили к тушению, хотя там 200 метров до пожарной части? Вот к чему приводит человеческий фактор, а там человеческий фактор. Сегодня МВД разбирается, как сегодня по вине пары разгильдяев сгорело 1100 метров квадратных исторического здания. По данным карельского правительства, только вчера на территории республики было зарегистрировано 8 пожаров, позавчера 5. В настоящий момент все очаги возгорания ликвидированы сотрудниками МЧС.